идем по лесу, собираем грибы, ищем вчерашний день. Грибов много, почти все червивые. Собирали вам пакетик небольшой. Едем строить баню. Поехали за водой. Вода зацвела. Будем набирать воду с центра озера. Все, все зеленое. Делаем столики. Один уже сделали. Паем яму для второго. Прям с крутилочкой. Короче, сделали один декор. Колесница у избушки. Садок для рыбы. 160 литров. Плюс-минус.
Вы что, с одной сидушкой ездили? Нет. А где вторая? Я тут пилил. Упал, наверное. Грибы собирали в темноте, сейчас рыбу в темноте путаем. Да, да? Рысь охота, рыбы охота. Время 10 час. Да? Решили карасей половить. Карасей, кинули их в садок. А тут делают вот так, веревку прямо натягивают. И целлофан. И ночью. Начинаем строить нашу баню. Нашли валявшиеся бревна. Будут основания полозья. Мужики пилят дрова и начинаем. Сали заготовок, сейчас надо это все обтесать и оставить сушиться. Положили начало постройки бани. Все бревна пацани будут сушиться. Это поперечины. Поперечины обтесали. Следующий выезд будем колотить сани. Вот строительство бани у нас идет. Я ее слепила из того, что было. Женька тут уже к бане готов. На заказ поехали? Мои перчатки зажги. Еще выдержи. Банный процесс, там парятся, вон печечка видно топится.